Человек на страже природы. Специальную работу по увеличению численности диких животных начали проводить в нижегородских лесах. Так, например, в Воскресенском районе лосей и оленей регулярно подкармливают. И лесники-экологи так заботятся о диких животных, что те уже не просто не боятся людей, а живут с ними в гармонии. Ты умница, умница. У нас здесь отгорожено 150 гектар полувольное содержание. Здесь у нас обитают разные виды, от лосей, северные, пятнистые, маралы, як, лани. Здесь посажен овес, со временем вырастет, будут метелочки, сейчас еще пока рано, и зверь будет сюда приходить на поле кормить. Если мы посмотрим на землю, вот здесь вот видно следочки. Вот подходили кабаны. Они приходили кормиться. Это кормовое поле. Сюда вот на эту площадочку высыпает зерно. Звери приходят, топчутся и едят зерно. Ну, к сожалению, они все зерно уже съели. Тут даже зернинки, наверное, не найдешь. Ну, вот видно, что все вытоптано. Иди сюда, малыш. Это мы соль даем. Не хочет он сейчас соли, наелся, наверное, уже. На, лимончик, на. Им для пищеварения нужна соль поваренная. Чтобы они нормально себя чувствовали, размножались, мы в лесу устраиваем специальные солонцы. Он сделан из подрубленных деревьев осины. Поперек кладется бревно, в нем вырублена корыца. Сюда закладываем соль, вот эти вот брикеты. Так называемый соль-лизунец. И они лежат. Дожди идут, они соль смывают, пропитывается древесина. Лоси могут и лизать соляной раствор, который здесь находится, и пропитанную древесину тоже они грызут. А это постройки, это олени, лоси прячутся от комара, от слепня в основном, когда жаркая погода. Пришел, поздоровался. Вот сейчас опять к нам идет. Кроша, Кроша. Привет. Иди сюда. Иди, малыш, малыш. В результате проведения биотехнических мероприятий у нас численность охотничьих ресурсов возрастает. Таких вот, как кабан. Имеется тенденция к росту численности лосей. Лось вот прекрасное животное. Надо охранять, приумножать их. Да моя-то красота. А, ух ты. Кстати, благодаря целенаправленной работе экологов 38 живых организмов были исключены из Красной книги Нижегородской области с момента ее предыдущего издания, это в 96 году. Однако есть и неприятные последствия. С увеличением численности лосей и оленей также увеличивается и количество ДТП с участием этих животных.